14 июня Даугавпилс с региональным визитом посетил министр сообщения Талис Линкайц, в рамках которого была организована встреча с руководством города, осмотрен участок улицы Цветокшни, на котором ведется реконструкция трамвайных путей, а также нанесены визиты в Даугавпилсский центр ремонта локомотивов и Даугавпилсский техникум. Главной темой визита стало развитие дружественного окружающей среды общественного транспорта в Даугавпилсе. Министр ознакомился с текущими и планируемыми проектами транспортной инфраструктуры и результатами опросов по этой тематике. Стоит заметить, что горожан интересует не только качественное дорожное покрытие, но и такие актуальные для больших городов задачи, как, например, создание удобной сети велодорожек. Софинансирование ЕС, привлеченное при поддержке Министерства сообщения, предусматривает строительство новых трамвайных линий и покупку 5 низкопольных трамваев для Даугавпилса. Поэтому министр Талис Линкайц вместе с председателем Игорем Прилатовым и специалистами Думы также посетил зону реконструкции трамвайной линии на участке улиц Парадос Цветокшни до Даугавпилсской крепости, которые планируется завершить до конца этого года. Он позитивно оценил ход работ и усердие города в стремлении развивать дружественной среде общественный транспорт, отметив, что Министерство сообщения поддерживает и остальные начинания самоуправления. Мы поддерживаем и следующие проекты по улучшению трамвайного сообщения, включая те линии, которые еще только проектируются. Кроме того, Даугавпилс через какое-то время получит новые трамваи и автобусы. Все это, я надеюсь, отразится на репутации Даугавпилса, и он станет хорошим примером для других городов Латвии, примером того, как стоит развивать дружественной среде транспорт. Мне приятно видеть то, что даугавпилчане смотрят не только на насущие потребности, но и думают о будущем, о том, каким будет город через 5 или 10 лет, какие именно транспортные решения будут необходимы. Напомним, что в настоящий момент на уровне самоуправления ведется проектирование нового трамвайного пути на улице Вайнюадес с реконструкцией существующей трамвайной линии в стропах, соединяя городские микрорайоны Химми и Ветстропы. В будущем также планируется начинать проектирование трамвайной линии, которая соединит центр города и микрорайон Новый Форштадт. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.